Доброго ранку, друзі. Прям гості до мене йдуть і йдуть, і чарівні такі. Поруч зі мною Ольга Сквірська, організатор проєкту «Спаський трамвай», поетеса, яка так пише чудові вірші. Доброго ранку, дякую, що прокинулись, завітали. Отож, ми будемо говорити сьогодні з вами про «Спаський трамвай». Таку цікавинку, яка започаткувалася в нашому місті, вже було два таких собі заходів під назвою «Спаський трамвай». Давайте трішечки пригадаємо їх, поговоримо про них, і які відгуки, які результати, що ви вирішили аж третій організувати. Будь ласка, вам слово. Доброе утро. Да, было два трамвая. Первый большой фестиваль прошел летом, в августе, и он оказался очень удачным. Было много, масса положительных отзывов, и это меня так вдохновило, что я подумала, что было бы здорово это все продолжить и не откладывать на год, как это планировалось изначально, раз в год делать, а повторить. И сейчас я понимаю, что если делать в каждое время года, то, по-моему, это будет здорово, если за год вот мы будем проводить 4 трамвая. Летний, осінній, зимовий. У нас так. Є ще фото. Прошу режисерів показати і пригадати, яким цей був літній спаський трамвай. Ось ми бачимо, так? Дуже такий був перший, він хвилюючий, але дуже вдало пройшов. Отже, ви плануєте зимовий тепер спаський трамвай. Безумовно, це вже не літо, інша пора року. Отож, які будуть родзинки, сюрпризи, на що чекати нашим мешканцям, миколаївцям? Поскольку у нас уже это не просто літературний фестиваль, а можна сказати історично-літературний, каждый фестиваль начинается с экскурсии на трамвае, которую проводит краевед Евгений Парамонов, то и третий трамвай не станет исключением, тоже вначале будет экскурсия, и поскольку зима, холода, то мы будем угощать наших пассажиров глинтвейном. Так, ось прямо первый трамвай. Сюрприз уже, так? Да, так. Угу. Что касается поэтических чтений, то в этот раз я задала строчки отдельно для авторов, которые пишут по-русски, отдельно для тех, кто пишет по-украински. И они должны будут написать специально к этому третьему спасскому трамваю, который будет называться «Зимний маршрут», должны будут написать специальное стихотворение с использованием этих строчек. Вот такая еще тобто будет изюминка. Такая еще загадка, такая задачка, да? Задачка, да. И что еще будет? У меня была идея пригласить на третий трамвай художника, который бы, пока проходит чтение, рисовал бы. А потом эту картину каким-то образом мы бы продали, может быть, устроили в интернете аукцион и деньги пустили на благотворительность. Но пока я об этом думала, я наткнулась на историю одной девочки из Николаева, которая рисует открытки. Она не художница, но у нее доброе сердце. Она рисует открытки и продает их, вот эти копеечки складывает и помогает соседской семье, которая оказалась в трудном положении. Меня так поразила эта история, что я решила эту девушку, которую зовут Жанна Величко, пригласить, и мы устроим сушку открыток. Будем продавать эти открытки и соберем еще какую-то сумму для этих детей. Це, напевно, той цікавий гість, про якого там зазначалось в анонсі, да, так? Да. Тобто дуже дивовижно буде така ще собі фотосушка, так? Так, фотосушка. І я хочу акцентувати, що вход на наше мероприятие совершенно бесплатний, то есть экскурсия на трамвае и сами литературные чтения абсолютно бесплатные, и прийти может любой желающий. Угу. Скажите, а маршрут який буде такий самий, як був на минулих спаських трамваях? Я думаю, что маршрут будет тот же. Нам важно, чтобы мы прошли по спасскому спуску. Угу. Это уже будет так, традиция нашей, так? Конечно, да, спасский трамвай. Но у нас такой виртуозный экскурсовод, он настолько любит город и много знает о нем, и причем не какой-то сухой информации, а интересных историй, что на этот раз он будет не просто рассказывать, посмотрите налево, посмотрите направо, а он расскажет интересные истории о тех местах, мимо которых мы будем проезжать. Угу. Коли відбудеться цей чудовий захід, якого вже чекають? Да, я хотела бы пригласить горожан 14 февраля на третий спасский трамвай, зимний маршрут. Стартовать мы будем в 11 часов от городка Сказка. Сбор будет возле входа на улице Декабристов.
И ориентировочно в 13.00 будет начало поэтических чтений, которые пройдут в арт-кафе «Депо» на Акима 2. Пожалуйста, приходите. Ще така дата символічна, так? 14 лютого. Не дарма, так? Обрана. Конечно. Ну, знаете, с одной стороны, хороший такой повод, День влюблённых, но с другой стороны, может быть, он и несколько условный, поскольку любой день – это День влюблённых, правда же? Так, оце дійсно, треба жити цим і запам'ятати це, що кожен день – це день закоханий. Скажіть, а хто от заходить, яка публіка у Доспальського трамвая переважає більше всього? Я вам скажу так, що ще в перший раз я удивилась тому, що наскільки разношерстна публіка. Здесь і пожилі люди, молодіж, звісно ж, і навіть діти, люди беруть з собою дітей, приходять, так що родители с детьми, не стесняйтесь, берите деток, особенно в трамвае, им будет интересно. Я думаю, что для детей мы сделаем безалкогольный глинтвейн. В этом нам тоже помогает кафе-музей «Депо». Вот, поэтому самая разная публика. И мы стараемся наполнить фестиваль еще какими-то, кроме поэзии, еще какими-то моментами, музыка, вот фотослушка, экскурсия, чтобы было интересно широкой публике. Різнопланово, да? Конечно, да. Хтось полюбляє, наприклад, экскурсии дивитись за вікно, хтось там якийсь віршик. Отож, ви готуючись до зимового Спаського трамваю, вже, напевно, щось там про весняний собі продумуєте. Конечно, так, може, трішечки, щоб ми ще більше чекали весни з нетерпінням. Конечно. Конечно, да. И кроме того, у нас еще будет гостья из Харькова, харьковская поэтесса, очень интересная, которую вот мы пригласили, она согласилась приехать и будет читать у нас. Это десь буде березень, квітень. Это будет вот 14-го. А вот 14-го вже да, буде. Да. Боже мой, чудово. Дякую вам, що Спасибо. Розповіли. Я думаю, що ця традиція буде продовжувати. У нас буде Спаський трамвай 4, 5, 6, 7. І це буде така родзинка нашого міста. Дякую вам, Олечка. Ольга Сквірська, організатор проєкту «Спаський трамвай», поетеса. До гарного вам продовження дня.